Орудие номер 4852 пришло сюда, вглубь Германии, от берегов Волги. В ноябре 1942 года артиллеристы поклялись у стен Сталинграда: «Наша пушка дойдет до Берлина». Приказ военного совета фронта подводит итог боевой жизни этой пушки, обрушившей на врага более 5000 снарядов. Последний выстрел орудия. По Берлину! Огонь! Вот он, город, проклятый человечеством, цитадель гитлеровского империализма, фашистское гнездо Берлин. Пришел час расплаты. Берлин укращен советскими воинами. Город-зверь пал. Орудие номер 4852 отслужило свой боевой век. Эта пушка, реликвия Великой Отечественной войны, будет в столетиях хранить славу советского оружия. Расчет старшего сержанта Плеханова прощается со своим орудием. Завершен великий победный путь до Берлина. Берег реки Эльба в центре Германии возле города Торгау. Это место отныне стало историческим. Здесь соединились войска Красной Армии с союзными англо-американскими войсками. Первая официальная встреча представителей двух армий. В расположение советских войск прибыл командир 69-й пехотной американской дивизии генерал-майор Райнхарт. Его встретил командир 58-й гвардейской стрелковой краснознаменной красноградской дивизии генерал-майор Русаков. Впервые советские и американские офицеры идут рядом по немецкой земле. Союзных армий поднимает общий тост за победу. Данцик, освобожденный Красной Армией от немецких захватчиков, посетили президент Краевой Рады Народовой господин Берут и премьер-министр Временного правительства Польской Республики господин Осуп-Комаравский. Они беседовали с поляками, жителями Гданьска.
Руководители польского правительства осмотрели город и порт. Гданьск – крупнейший порт на Балтике. Мощная база судостроения. Возвращенный Польше Гданьск будет восстановлен. Город Кошице. Временная резиденция господина Эдуарда Бенеша, президента союзной нам Чехословацкой республики. Сюда прибыли члены советского посольства во главе с послом товарищем Зориным. Чрезвычайный и полномочный посол СССР товарищ Зорин вручил президенту Бенешу свои верительные грамоты. Премьер-министр чехословацкого правительства господин Фирлингер. Советский посол и президент обменялись речами. Товарищ Зорин представил президенту состав посольства. Белград прибывает в Югославы, освобожденные Красной Армией из немецкого плена. Возвратившихся на родину военнопленных встречают родные и близкие. Отец. Друг. Брат. Муж. И сердца тысяч жителей югославской столицы переполнены чувствами горячей благодарности и любви к братской советской стране, ее Красной Армии, армии-освободительницы.